Эта песня, она такая, ну, ритмически, эмоционально, продолжение первой, «Дежурный по апрелю». Вот. А сейчас будет песня тоже Вадима Егорова, написана, если я не ошибаюсь, то ли в 77-м, то ли в 78-м году. И вы поймете, почему я об этом говорю, вот так обращаю ваше внимание на год написания этой песни. Уже скребутся в дверь и смута, и резня. Уже не разобрать, где устья, где истоки. Не недруги мои, летят мои друзья на дальние юга, на ближние востоки, и ловят наших встреч закатные лучи. И скарб распродают, и плачут, уезжая, и тянут руки к ним две родины в ночи. Да бывшая своя, да бывшая своя, да бывшая своя, и та еще чужая. Суете, поверх чужих голов, в прощальный этот миг на Киевском вокзале. Ах, сколько скажем мы друг другу нежных слов. Ах, что ж друг другу их мы раньше не сказали. Летят мои друзья на горьком вираже к обетованной той, от этой, от убогой, от этой ничего не ждут они уже. А что им ждать от той? А что им ждать от той? А что им ждать от той? Известно только Богу. Гнездовье разорив, отринув берега, где будни и пиры так жалки и жестоки, летят мои друзья на дальние юга, на дальние юга, на ближние востоки. И сердцу вопреки, рассудку вопреки, сквозь чахлый чернозем и выжженную глину, две родины на них глядят из-под руки. Одна глядит в глаза, одна глядит в глаза, одна глядит в глаза, другая смотрит в спину. Спасибо большое.